Песни военных лет и минута молчания в память о погибших героях. В культурно-спортивном досуговом центре «Ершовская» прошел патриотический концерт «Я – память». Данное мероприятие «Я – память» мы делаем уже более 7 лет. Началось это мероприятие ветеранам к 9 мая. Потом оно потихоньку перешло, мероприятие почета ветеранов всех войн. В концертной программе выступали творческие коллективы со всего Одинцовского округа. Юным участникам тоже оказалась близка военная тема. Отношение к героям они смогли показать через творчество. Солдатского сынка во гробу рыдает мать. И словно тень стоит отец. Для них он был, для них он был еще не за сколько лет. Каждое слово, направленное на то, что патриотическое воспитание – это является одной из направлений деятельности нас, ветеранов, других слоев населения, те, которые видели, знают, помнят то, что было. И молодежь нужно воспитывать в духе преданности Родине, преданности нашему государству. Концерт стал символом патриотизма и единения нашего народа. Ведь мы всегда будем помнить тех, кто исполнил долг перед своей родиной ценой собственной жизни. Екатерина Крамер, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».